В единый день голосования 10 сентября следующего года в республике выборы пройдут в 32 районах и в столице. Голосование не будет только в двух улусах – Таттинском и Эвенебетантайском. Об этом сообщили сегодня на заседании Совета председателей и представительных органов при Госсобрании Алтумен. По итогам заседания представители районов призвали принять активное участие в подготовке и проведении выборов. Также рассмотреть вопрос о внесении изменений в устав муниципального образования в части применения одномандатных избирательных округов. Необходимо сказать о том, что на 20 декабря рассмотрены сметы финансирования выборных кампаний 2017 года в Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Алекминском и в городе Якутске. В остальных муниципальных образованиях сегодня сметы по проведению выборов не подготовлены и не рассмотрены. Поэтому это тоже одна из тех серьезных задач, которые предстоит вам поработать и с исполнительным органом, который вам должен это представить, и, конечно, утвердить самим решение вот этих вопросов.